Our story began when the Hyperion Corporation decided they'd had enough of the treasure hunters. With the vault on lockdown, they had served their purpose, and now they were a drain on the economy. Why pay full price for weapons when you can take a five-finger discount off the nearest corpse? Hyperion was looking to clear up the drain, but those guys were one tough hairball. I thought you said the treasure hunters were the drain. Now they're the hairball? You see, the treasure hunters were blocking the flow of, and the grimy buildup of money and... This metaphor stinks. Shut up! Point is, Hyperion had a plan. The treasure hunters could handle all manner of beastie, bandit, and battalion, but they weren't expecting the interplanetary ninja assassin Claptrap! This Claptrap was programmed to take our boys out indirectly. Trapping, poisoning, spreading catty rumors around town. Nothing was off limits. He was smart. Too smart. He looked around and didn't like what he saw. Claptrap's being subjugated, humiliated, obliterated. What we call programming, he called slavery. So, he rallied his fellow Claptraps and turned them against their corporate masters. What started as a rebellion became a revolution. And take a wild guess who Hyperion called to clean up the mess. Здравствуйте, товарищи искатели. Мы играем в первый Borderlands. Проходим игру за Роланда. У нас последняя DLC, которая по длительности, наверное, на два выпуска пойдет. Значит, Маркус опять вначале объяснял, в чем дело. Это в виде сказки какому-то пиздюку. Короче, теперь будем с корпорацией Гиперион иметь дело. В общем, корпорацию заебали наши охотники за хранилищем. И они решили от нас избавиться. Но, в общем, избавиться просто так не получилось. Поэтому они создали какого-то межпланетного убийцу-робота, который действовал не напрямую, а из-под тишка. Там ловушки, яд, распространение всяких о нас грязных слухов и так далее. Но потом роботы взбунтовались и начали свою революцию. Устроили этот полный пиздец. И корпорации Гиперион нужно как-то с этим бороться. С этим пиздецом, который устроили роботы. И чтобы с ним справиться, они позвали нас, Волтхантеров. Которых хотели завалить-то, собственно. Такая вот хуета. Давайте разруливать. Прибыль мы... в станцию Тартарус. Это, кстати, местность неподалеку от Файрстоуна, с которого мы начинали игру вообще. Ну, наша подруга Танис. Наша любимая ебанутая женщина. Задание она дает. Первое здесь. Патрише и Танис нужны запчасти, чтобы построить ее невъебенное нечто. Пиздруй в Гиперион Дамп и обыщи, в общем, поломанных роботов на предмет запчастей. Принеси их сюда. Так, свалить этого пиздежа. Ого. Пропагандистские роботские речи тут. Да,
бандиты, я смотрю, не перевелись в окрестных селениях. Да, блядь, стоит, нахуяривает по мне. Можно пройти. Ебать. Что делается-то? Ладно, пройти, наверное, можно, но нам сейчас не туда. Так, блядь, почесаться-то дай, блядь. Хуяривает. В этом последнем DLC со сложностью все нормально, я бы сказал, оптимальная прям сложность. Такого прям пиздеца нет особого по сложности, но ёбнуть могут, так что, в принципе, вот самое нормальное тут. Хуюлза, блядь. Так, гранаты хочу поставить, которые дамажат. Что тут у нас? Материнку надо взять. Окей. Въебло из дробовика больно всем, без исключения. Мне в том числе. Тут еще материнка. Хорошо. Хорошо, блядь. Че тут за закуток такой? Yeah.
собаки живут. Блять, сидели б, не рыпались, целее были бы. Да ёб твою мать! Что за проблема перешагнуть? А, там турель нахуяривает, понял. Понял. Хуюлза, блядь. Да ёбаный рот. Блять, я думал, убью его. Блять, откуда вы беретесь? И кто электричеством хуярит? Что за чмо? Вот это чмо было. Следующий вопрос, где моя запчасть? Ага. Хорошо. Хорошо. Бля, чё вы меня тут по кругу гоняете? Что тут за ёбаный пиздец? Это гиперионовские солдаты. Какие-то они странные. На пидоров похоже. Блять, что за пиздец тут происходит? О, блять, пиздец. Этот Роланд умудрился здесь сдохнуть, блять. Thank you.
Что это за хуета, блядь? Пойму, по ним кислота заходит, нет. Они вроде какие-то, вроде бронированные или просто пидоры, я не пойму. Что тут в местных магазинах? Нихуя, да? Over here. I need your help with something. Ты принес Танис запчасти. Танис нужны еще запчасти, чтобы завершить ее творение. Если ты не сможешь найти тех, которые просто валяются вокруг, выдери их из, блядь, роботов. Это задание у нас будет из многих частей состоять, примерно как мы мозги собирали. Senior Vice President in charge of mercenary relations and tourism for the Hyperion Corporation. You know, the company whose troops you just ruthlessly slaughtered. I like that. Choose initiative. Meet me at the Hyperion Tourist and Information Center, and I'll make it worth your while. Так, наконец-то у нас задание по этим роботам. Нужно встретиться с мистером Блейком в Tartarus Station. Это какой-то гиперионовский... Какая-то шишка. Он хочет встретиться с командой, которая случайно завалила, в общем, его людей. Ну, не случайно, положим, я их завалил. Давайте с ним потрындим и потом дальше попрем. В баре нам нальют. В баре нам не нальют. Доска объявлений, здесь задание. Сейчас чуть позже почитаем. Тут, кстати, Маркус здесь же, у него, говорит, тоже есть задание. Ладно, давайте с этим потрындим. Well, if it isn't our little band of corporate raiders. У вас в Гиперионе все такие педики? Или вы их специально отбираете? We at Hyperion have always valued our relationship with the treasure hunters on Pandora, so I know you'll leap at the chance to help us out, particularly since you killed our last team. In exchange for your assistance, you'll receive a ludicrously generous stipend, as well as access to the finest tech
Hyperion has to offer. It seems the claptraps have begun to interface with everything on Pandora. Hyperion is, of course, blameless in the matter. Is it our fault that our hardware is too compatible? Still, out of the goodness of our hearts, we have developed a four-part containment plan that the boys in marketing call Operation Trap, Claptrap Trap. With your help, I'm certain this enterprise will be a fruitful one. Так, ну что он сказал? Хоть вы завалили нашу команду за сотрудничество, у вас будет вознаграждение и доступ к технологиям корпорации Гиперион. Что, похоже, роботы начинают взаимодействовать со всем, что есть на Пандоре, и все превращать в роботов. Он говорит, но у него есть план, как все это остановить. Корпорация Гиперион хочет нанять вас, чтобы вы позаботились о ситуации с роботами. Phase 1 is crucial. Without a successful phase 1, there can be no phase 2 or 3. And phase 4 would be right out. All of Tartarus station's bridges are up. Сейчас пиздец закончит уже. Так, сказал, план состоит из 4 частей. И первая часть очень важна, потому что без нее не будет части 2, 3 и, сука, 4. Так. Ну, в общем, гиперионовские роботы собираются ассимилировать всю Пандору. Нужно найти... Короче, Power Plant — это, блять, короче, то, что производит энергию, электростанцию, короче, в Сандерс Джордж, в каньоне Сандерс, и восстановить Питалово и опустить мосты, чтобы добраться куда-то там дальше. Дайте к Маркусу зайдем, он, наверное, здесь. Судя по торговым автоматам. It's a beautiful day on Pandora. Well, apart from the mechanical Armageddon. Нормально. Hey, welcome back. Танатос продается. Ладно, покупать не буду. Нахер мне пистолет. Так, что хотел? Нужно найти 6 хорошо выглядящих покрышек для Маркуса. Короче, эти хуесосы спиздили маркусовские покрышки от автобуса. Пиздруй в Гиперион дамп и найди 6 хорошо выглядящих покрышек. В общем, нужно подбодрить его старый автобус. Я понял. И еще одна побочка, которая прямо здесь, в Tartarus Station. Так, Сэл, владелец охуенного отеля Сэла, болен. И он, в общем, теряет клиентов, которые переходят к этим хуесосам в Пип Ин Спа. Нужно спиздить источник энергии у Пип-Ин. Ну так, чтобы, блядь, их сауны не особо работали. Давайте этим займемся. Блядь, чё ж все пиздеть любят-то, ёбаный в рот. Всё мне в уши ссыться, блядь. Да, батарейка, батарейка. Где у нас тут батарейка? Вот у нас батарейка.
Я не знаю, нахуя эта побочка? Какой в ней смысл? У нее будет продолжение из одной части. Короче, побочка так себе. Так, пип-ин. Все, не работает. К сожалению, дверь в сауну была на электрическом замке. Надеюсь, у них там дохуя воды. Тут еще побочка. Нужно реактивировать турели и вычистить бандитский лагерь. Орды бандитов заблокировали путь в Сандерс-Джордж. Как мы их, блядь, выживем отсюда? Смотри, есть, блядь, охуенно здоровые турели. Нужно их починить, и они бандитов, короче, завалят. Это тоже здесь. Так, куда указывает 5 метров вниз, да? Хорошо. Собираем питалово для турелей. Тут вроде паровозы не ездят, так что меня не собьет. Но, вернее, здесь приедет паровоз один, но позже. Я вот помню, во второй части там есть какая-то локация с рельсами, и там периодически ходит паровоз и может тебя сбить. Тут у нас закрыто. Может, вот эти мосты надо опустить? Куда-то нас ведут здесь. Так, ты где эти турели, в рот, они ебись. А я зря сюда приперся. Здравствуйте, товарищи. Как бухается? Я бы с вами присел взбухнуть, но дела. Ёб твою мать. Хуяк. Минус одна. Минус две.
Ебать, томагавками ебошат. Ладно, задание выполнено. Путь свободен. Так, что у нас? Нужно идти за покрышками и собирать запчасти от роботов дальше. На собирательство у нас задачки. Поехали. Роботизированные бандиты теперь. Роботы превращают бандитов в зомби-роботов. Блять, да эта турель меня ебла уже. Будут отковать. Хуюлза, блять. Колесо. Собаки тоже роботизированы. Ёбаный рот. Ах ты пута, блядь. Хуй я его перестреляю один на один, да? Да бери ты колесо, блядь.
Блять. Блять, кто хуярит? Вон кто хуярит. Запчастя собираем. Блять, роботы, а можно присоединиться к вашей революции? Но тут чё-то как-то, блять, уныло все на этой планете. Ладно, чешем далее. Уюлза, блядь. Так, куда меня там отправляют дальше? Да ёбаный в рот. Что вы меня тренируете в беге туда-сюда? Да бери ты колесо, ёб твою мать!
Так, последнее колесо. Хорошо. Теперь запчасти пособирать. Блять, тебя только пидора не хватало. Ой, блять. Да кто хуярит так бодро? Блять, какие-то рыбки, сука. Что тут, блядь, такое? А, Рейвен, да? Автомат. Хорошо. Все, собрал. Надо грузить ее. Так, в общем, она довольно дает нам щит с сопротивлением к электричеству. Ей нужны еще запчасти, чтобы продолжить работу. На этот раз 75 штук. И это не последняя партия. Давайте мы к Маркусу отдадим ему покрышки. И по основной сюжетной ветке уже пройдемся чутка.
блять, чё, интересного ничего нет. Ладно, хуй с ними. Особо не мешается мне это все. 6 блестящих новых колес для Маркуса. Заебись. Так. Основная сюжетная. Так, нужно в ущелье Сандерс врубить Питалова, чтобы опустить мосты. Значится. Вон там, вон проход. У нас тут одна турель осталась. А, бля, помню эту дичь. Это просто дичь. Это ёбаные лабиринты. Я первый раз, когда этот играл, я все пытался найти проход вот отсюда. Чтобы вот здесь вот зайти, как-то мост опустить, кнопку пытался искать. А надо идти вот, вот здесь. Но сюда надо как-то, блядь, выйти сначала. Да блять, что ж так громко-то, блять. Развилки, развилки тут. Прочее говно. Ну ладно, рано или поздно мы выйдем куда надо. Да ёб твою мать, блядь. Давайте искать. Юлза, блядь.
Кажется, мы ходим по кругу. Заткни фонтан, блядь. Я все искал способ этот мост опустить, чтобы пробраться. Оказывается, здесь мы будем обратно возвращаться по этой дороге. Там его опустим с другой стороны. Здесь нужно, блядь, сюда. Причем вот отсюда вот как-то. Каким-то хером. Так, блядь. Откуда я пришел и куда мне теперь? Ладно, мы спускаемся вниз, это хорошо. Thank you.
Да, кажись, мы припиздили. Конечно, кислотно ебошить, но да ладно. За неимением под рукой. Хотя у меня, может, есть кислотная снайперка. Поехали. Хуёлза, блядь. Я в ахуе вообще. Ебать вас в жопу. Роботы со мной пиздят. Говорят, я тут, блядь, собираюсь остановить революцию. Меня нужно завалить. Ну давайте, пидоры тупые. Thank you.
Ёбаный в рот, только не снова. Генерал Нокс, роботизированный. Он очень недоволен тем, что он, блядь, воскрес. Мы его три раза валили в прошлом DLC, и в этом надо будет два раза его завалить. Какие-то. Заткни уже фонтан. Помогло вам ничего, пока пидоры мелкие. Phase 2 of Operation Trap, Clap, Trap, Trap. Питер сказал, ты сделал то, что мы считали невозможным. Пора переходить ко второй стадии нашего, блять, плана. Роботизированные птицы — это уже перебор. Прям как в этом фильме, не помню, как называется, блядь. Где на каком-то корабле там херня происходила. Инопланетная, что там всех роботизировали. Механизировали, блядь. Мост сам опустился. Дробовичок, о, электрический.
Ладно, пусть хоть что-нибудь у меня электрическое будет. Лады, теперь надо отсюда свалить каким-то образом. How can we help you this fine day? On to phase two. Our intel reports that the enemy is using a nearby factory to rebuild and their own claptraps. This is a clear violation of numerous patents and copyrights held by Hyperion. Так, продать что-нибудь. Нахуй. А, все нахуй. На самом деле. Блять, что-то мне кислотных дробовиков. Три штуки, еще один надетый на меня. Волевое решение. Вот так вот. Hellfire. Да. Блять, вот верхняя винтовка по всем параметрам круче вот этой. А почему она стоит, блять, дешевле в 4 раза? Неведом мне сей факт. Итак, чё? Вторая фаза, да? Нужно найти и уничтожить фабрику по производству роботов. Всё, что нам нужно, больше роботов. Впижись в роботскую фабрику в Divide and Folds. Блять, ну короче, и разъеби там все. Поехали тогда сразу туда.
Нихуя. Что делается-то? Да, блядь, что ж, сука, так громко, блядь. Пошел нахуй, блядь. Больно-то, ёбаный в рот. Танковать не получается. Хуюлза, блядь. Да ебать вас в жопу. Чесаться-то, блядь. Ебать тут. Дробовик, легендарочка, уникалочка. А чё все параметры хуже, чем у моего самого вот обычного дробовика? Никогда, блядь, это не мог понять. Ещё дробовик кислотный. Попробовать заменить. Это якобсовский обычно дробовик. У него, как всегда, дамаг только высокий. Так, вот в чем прикол этого дробовика? Может быть, это уникальное свойство что-то там делает. А, у него регенерация патронов есть. По дохую, да? Просто у него точность-то никакая. Как бы. Так, и кислотный я хотел попробовать другой, да? Да ёб твою мать. Тебе еще не хватало, пидора. Доктор Нет из первого DLC. Пока ничего не понятно. Так, это автомат. Блять, ебать меня роботы выебли. Three,
Роботам им похую вообще, какой дамаг, какого типа. Я не вижу, чтоб там кислотный, огненный, электрический, как бонусы давали. Как, например, по Crimson Lance'ам. Нихуя особенного этого уникального дробовика, только восстановление патронов. Сдается мне. Вот это лучше дамажит и точнее. Говно. Гипериону это, блять, инопланетная приблуда иридианская. Так, мы же разрушаем, блять, систему охлаждения, я так понял. Хорошо. Робот сказал, ты разрушил фабрику, заебись, все идет по моему плану, который ты, блядь, никогда не поймешь. Долбоеб. Thank you.
Блять, чё ж так больно-то, ёбаный в рот. Да ёбаный в рот, блять, что это? Так, ладно, потом разберусь. Взял еще дождевые гранаты. А мне, блядь, куда? Да ёбаный рот. Можно валить. По-моему, на этой карте будет еще побочка. В самом конце. Так что полазим тут еще. Щит, значит, да. Тут побочка в виде сломанного робота из осады. Этот бедный беспомощный робот нуждается в починке. Найди ремкомплект и почини его. Это всего лишь маленький обоссанный робот. Что он может сделать плохого? Мощник. Always room for more loot.
Так, блять, а где задание сдавать? Здесь. Из этой хуйни ты вынес важный урок. Никогда не помогай никому, кроме себя. Так, не понял, что мне емкость дали, да? Да, еще 3 единицы с собой могу носить. Такая вот хуйня. О, паровоз приехал. Ёб твою мать. Хуёлза, блядь. Мощники, блядь. Все. Паровоз клёвый. Бандит Экспресс, да? Your opinion is important to us. Well done. Not that the Hyperion Corporation ever doubted you. Пора переходить к третьей фазе. Now, phase 3. Так, сейчас все почитаем. Еще две побочки я взял. Одна побочка — это продолжение той истории, когда мы пиздили батарейку в сауне. Теперь задание от тех, собственно, у кого мы пиздили батарейку. Нужно найти мусор и запихнуть его, короче, там, где упаковывают еду эти пидоры. Блять, этот хуесос Сэл зашел слишком далеко. Пип, владелец охуеннейшего Пип Инспа, хочет возмездия. Нужно, чтобы нашли мусор в доставке еды Сэла. Найти надо говно. Где говно? 8 метров выше, да? Что-то я хуй пойму.
Ага, вот сортир. Берем говно. Положили говно. Нахуя вот эта побочка, непонятно. В чем прикол, блядь? Может, я каких отсылок тут не понимаю. Ты незаметно заменил еду из хостела Села, блядь, грязным говном. Смогут ли их постояльцы заметить разницу? Что тут еще? Так, это запчасти для Танис. Это побочка, нужно вернуться в Сандерс Джордж, убить какого-то Клактрапа. В общем, дикий опасный Клактрап замечен в Сандерс Джордж. Если ты убьешь этого охуевшего роботизированного членососа, получишь неплохую награду. И основная сюжетная ветка у нас фаза 3. Нужно найти склад в Scorched Snake Canyon и вернуть проводной девайс Блейку. В общем, загадочно названный беспроводной проводной девайс – это ключ к тому, чтобы потушить революцию роботов раз и навсегда. Опусти мост, впиживайся в скорченный каньон и достань девайс для Блейка. Значит, мы тогда на этот выпуск берем задание про этого Клактрапа. Сейчас вернемся в Сандерс Джордж. И у нас две запчасти от роботов нужно Танис отнести. Может, мы их там и найдем. И тогда у нас как раз на один выпуск еще останется по этому DLC. Более вот одна запчасть, то есть еще одна нам осталась. Бля, так никак нельзя пройти. Видать, никак. Так, смотрим на карту. Нам вот сюда. Давайте по этой дороге теперь попробуем пойти.
Глядя на карту, просто непонятно, где тут уровни выше, уровни ниже. Тут вся маза в том, что разные уровни по высоте. От этого ни хера не понятно. Тут, кстати, не резнули еще никого. Что странно. На этом блокпосту много времени вроде прошло. Должны уже резнуть. Здесь тоже никого нет. А, я думал, роботов здесь как раз найду. Так, карта указывает туда. То есть, как бы там выше по уровню нам нужно куда-то подняться. Давайте попробуем подняться. Где этот петух ёбаный? Клак-трап. Так, а птица там жива, да? Вот и все, блядь. Прикола я не понял, если честно. Пицца какая-то, блядь. В чем прикол этого задания? Где здесь должно быть смешно, блядь? К чему эта отсылка про этого петуха ёбаного? Ну, игру, поскольку не русские делали... Логично, что некоторые отсылки непонятные, некоторые шутки непонятные, блять. Как запрыгнуть до того сундучка, в принципе-то можно, нет? Почему вот на эту хуйню он не становится, блять? Хуй знаю, короче. Или с этой стороны, да? Да ёбаный, блядь, в рот! Да, с этой стороны надо. Автомат. Автомат у нас, блядь, взрывной, да? Так, ну шо? Собрали мы все. Давайте до Танис вот таким вот способом дойдем. Так быстрее. Никакого желания снова по этим лабиринтам бегать. Сейчас мы как раз возьмем задание на сбор остальных запчастей. И, возможно, там будет уже последняя часть этого задания. Мы тогда соберем это все за следующий выпуск. Если будет запчастей 150, значит последняя. Ты достал запчасти, которые нужны были Танис. Угу.
трансфузионные гранаты, ворующие здоровье. Эти, по-моему, попизже, чем у меня, да? 68 уровня. Так, принести дохуя запчастей для Танис. А 100 штук. 100 штук. Тогда не факт, что это последние. Может, и последние, не помню. Ладно тогда. Разберемся в следующем видео в любом случае. Но, возможно, сотни это последняя все-таки. Последняя партия, которая ей нужна. Тогда что? Следующий выпуск у нас последний по серии, вернее не по серии, а по первой части Borderlands вообще. По плану. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр.